Сиверском районе продолжается детская оздоровительная кампания. 25 лагерей труда и отдыха, а также 28 лагерей с дневным пребыванием открыты на базе образовательных учреждений муниципалитета, одной из которых – школа номер 27 села Львовского. Скучать ребятам здесь некогда с самого утра. Сначала линейка «Энергичная зарядка», а в течение дня – насыщенная программа, в которой конкурсы, игры, флешмобы, мастер-классы и многое другое. В роли вожатых – ученики школы, которые благодаря президентскому гранту прошли онлайн-обучение и теперь оттачивают свои навыки на практике. Мы единственная школа Сиверского района, которая вошла в президентский грант под названием «Точка добра». И в нашей школе пионер-вожатыми, как было раньше, еще в советское время, сейчас это вожатые, работают именно дети. И в рамках этого гранта наши вожатые, отработав всю смену в лагере, поедут в Сириус очно обучаться там. Летние лагеря Сиверского района охватят более 3500 учеников. На организацию детского отдыха направлено 3,7 миллиона рублей из краевого и муниципального бюджетов.